Леонид Георгий Ильич, проведем все друзья, это ваш честь. Пусть будет все семья, соберем на чистке. Старик инженер и геолог одевает парик, волос кудренный долог. Если вас попадут, не смущаясь бедоль, покопаю руку, что за лучше ловит. Налей, налей, бокалы полни, налей, налей, бокалы полни, покопаю руку, что за лучше ловит, покопаю руку, что за лучше ловит. Этих бурных ночей нам немного осталось. Не люби, загуби свою жизнь, молодую в жизни рай. Выбирай себе деву любую. Налей, налей, бокалы полни, налей, налей, бокалы полни. Господа геологи, друзья, наш университетский товарищ радует Россию великим подарком. Усердием Ивана Попова в недрах Лянгарских гор обнаружены залежи ивенита. Драгоценный минерал, родиной которого до сих пор считали Юнанию, сейчас принадлежит нам. Завтра, после доклада Попова в Академии наук, о русском ивените заговорит весь мир. Заслуженная награда ожидает тебя, Иван. Не возгордись. Помни, что победой своей ты обязан науке. Так за науку же, господа! Ура! Ура! Внимание! Понятно, надо вновь иметь в виду, господа, что я не оратор. Но умиление восторга охватило и меня. Так что, соответственно, случаю я оглашу оду наукоучителя нашего, Ломоносова. Слава! Молодец! Молодец, Яков! Ода. Дерзайте, ныне ободренный, рачением вашим показать, что может собственных плутонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Извини, митрополит, тебе бы только и Тимона читать. Какие слова петь надо? Дерзайте ныне, ободренный, рачением вашего указа. Господа, господа, удрузим на постамент нового Ломоносова. Дерзайте ныне, о подлинный, рачение ваших слов сказать, что может собственных законом на жизнь огорчена. Если не ошибаюсь, господин Попов.
Чем могу быть полезен? Разрешением побеседовать с вами. Джефферсон, профессор геологии Бельфастского университета. Прошу вас. Вы уверены, что ваше открытие будет оценено по заслугам? Надеюсь. Надеяться значит таить сомнения. Действуйте наверняка. Идите туда, где вас ждет признание. Несите на запад свое открытие. Оно сделано для России. Наука не имеет отечества. Она развивается там, где ее ценят. Послушайтесь моего совета. Вот вам моя рука. Я поведу вас к славе. Пришли из Академии за образцами ренита, нужны для химического анализа. Я отвезу образцы сам. Слово для доклада имеет господин Попов. Милостивые государи и милостивые государы, в 1894 году английский ученый Ричард Хельм обнаружил неизвестный до того времени минерал, названный им иренитом. За истекшие 20 лет иренит прочно вошел в обиход мировой оптической промышленности. До последнего времени считалось, что иренит не входит в минерально-сырьевую сокровищницу Российской империи. Это убеждение было ошибкой, господа. Работая летом в Лянгарских горах, я натолкнулся на залегание неизвестного прозрачного минерала. Туземцы гор знают этот минерал. Они называют его лунным камнем и приписывают ему мистическую способность приносить несчастье человеку. Там же, на месте находки, я подверг лунный камень первоначальному химическому исследованию. Оно показало, господа, что лунный камень является иренитом. Святые угодники! Кого я вижу? Господин Смис? Что-нибудь случилось в Европе? Тише. Называйте меня профессором Джефферсоном. Мир знал до сих пор только одно месторождение иренита. Это юнанские рудники, эксплуатируемые европейским иренитовым концерном. Залегание, обнаруженное мною в Лянгарских горах, своей мощностью во много раз превосходит юнанские иренитовые пласты. Его императорское высочество! Садитесь, господа. Продолжайте. Я обращаюсь к господам промышленникам.
Русский ренит не только дает отечественное сырье промышленности империи, он дает возможность сбросить на мировой рынок огромные партии концентрата. Европейский ренитовый концерн, владевший до сих пор монополией, уступит теперь место России. Русскому рениту, господа, суждено перевернуть вверх дном экономику мировой и ренитовой промышленности. Какое попустительство! Позор! Господа, я вынужден закрыть заседание. Мы были введены в заблуждение. Химическое исследование ренита показало, что он вовсе не обладает теми свойствами, о которых так красочно говорил в своем докладе господин Попов. Теперь я все понял, господин профессор. Это была одна из ваших удачнейших операций. Ваше превосходительство! Умоляю вас, это какое-то чудовищное недоразумение. Нужно доставить новые образцы, повторные исследования. Что? Достаточно было сегодняшнего скандала. И чтоб я больше не слышал о Берените. А этому Попову порекомендуйте освободить Академию от своего присутствия. Стойте! Чиновник отмахивается от замечательного открытия. Попов симулянт. Он продал свое открытие вот этому человеку. Ничего не понимаю. Что же произошло? В недрах натуры большие богатства лежат потаенные, и усердных рук ожидают. Прилагайте крайние старания в природе вещей познания. Так дети учил Ломоносов. Но люди часто бывают ленивы и нелюбопытны. Равнодушно ходят они по земле, попирая ногами сокровища, скрытые в ее глубинах. Да, дети, хуже всего столкнуться с равнодушием. Оно смиряет человека. Вам молния из Ленинграда. Молния из Ленинграда? Мне?
доложить обо мне профессору Дорн. Профессор на совещании. Посидите, пока. Варвара Владимировна, вот этот анализ сделать. Простите, вы Чернявский? Да. Попов? Неужели не узнаем? Нет. Иван Попов! Вы здесь? Приглашен к депеше для переговоров. Ваше прошлое, Иван Петрович. Что вы имеете в виду, милостивый государь? Уж не мою ли ошибку? Вы называете это ошибкой? Не проще ли называть вещи своими именами? Какими же, будьте любезны? Симулятор. Знаете, Иван, не затем я сюда приехал, слушать такие вот. Товарищ Попов. Дорн, очень рад видеть вас. Прошу. Мы пригласили вас затем, чтобы предложить вам вернуться к активной научной работе. Нет уж, увольтесь. Хватит. Дайте мне спокойно учить, ребят. Ваше открытие? Вы там к черту открытие. И нечего ворошить. Архивные нет. Ворошить всякие недра прямая обязанность сделать. Вот я, например, недавно рылся в архиве Царской академии и наткнулся на интереснейшее залегание. Так важно, а? Скажите, пожалуйста. Качество и своими русских дней превосходит все известные до сих пор области. Ведь хорошо написано. Хорошо ведь, а? Прекрасный доклад, Иван Петрович. Фридрих Эдуардович, вы забываете о том, что случилось. Предостерегаю вас. Какие у вас основания меня обвинять? Что вы знаете? Я знаю одно имя. Смит. Джефферсон. Что вы на это скажете? Иван Петрович. Уходом своим вы ничего не опровергнете. Хотел бы доказать, сил уже нет, стар. Не годы вам мешают, а одиночество. Мы сейчас на заседании обсуждали ваш доклад и полностью согласны с его доводами. Вы знаете район месторождения иренита и должны помочь нам в нашей экспедиции. Он откажет. Фридрих Эдуардович, я еду. Thank you.
кавалером, тадайром, тададам, день встречать у походных костров, не страшиться крутых перевалов, не бояться надгорных ветров, не страшиться крутых перевалов, не бояться надгорных ветров, не страшиться крутых перевалов, не бояться надгорных ветров. Фальшивите, Иван Петрович, поете один, а брось. Ну это вы бросьте, батенька. У меня еще с детства слух хороший. А чего смеетесь? А помните, Ломоносов старик, инженер и геолог, одевает парик, волос пудренный долог. Мы проходим от моря до моря, от тяжелой до легкой волны. Все, что недра таили, открою Ломоносовы нашей страны. Все, что недра таили, открою Ломоносовы нашей страны. Выше гор поднимаются тучи, выше туч люди нашей страны. Шустрый парнишка. Вам письмо, Иван Петрович. И газеты. А мне что это? Есть, пожалуйста, газеты. Говорят, камни собираешь. Покажи-ка свою коллекцию. Приходи ко мне, покажу. А я очень нуждался тогда, после катастрофы с Сиренитом. Вот пришлось написать эту книжку. Она мне помогла уехать в провинцию. Фридрих Эдуардович, смотрите.
друзья мои. Иринит. Где ты нашел этот камень? Не помню. Позови начальника. Что? У Рахима нашли лунный камень. Черт. Плохо дело. Погибнете вы все. Кто говорит пророчество? Крута и страшна гора. И на вершине горы облака. Горе лунный камень лежит, и этот камень гора сторожит. Он угаснет, как солнце, угаснет в ночи. Позвольте, как вы пели? Он угаснет, как солнце, угаснет в ночи. Вот лунный камень. Скажи, разве может камень загубить жизнь человека? Всякое бывает, голубчик. Мне этот камень всю жизнь загубил. Угаснет. Угаснет. Любопытная мысль. Слышали? Ученый человек тоже говорит, погибнем.
Послушайте, Фридрих Эдуардович, очень прошу вас, отправьте-то в Ленинград. Необходимо сделать анализ. У меня возникла любопытная догадка. Пожалуйста. Угасание — это смерть. За смертью следует разложение. Проверить это надо проверить. Зачем портишь камень? А тебе жалко? Жалко. Хороший камень был. Два куска берег. Теперь ничего не осталось. Один кусок ты расколол, а другой кусок совсем пропал. Да не пропал твой камень. Мы его в Ленинград на самолете отправили. Видал самолет? Что это вы рычите, как тигры? Зверинец изображаете. Какой там? Это у нас... Урок практической минералогии. Вот оно что. А я к вам с просьбой. Нет ли у вас почитать чего-нибудь интересненького? Нате вам, Дюма Пер.
три мушкетера. Ну, не заснуть нам сегодня. Великий Боже, вскричал Д'Артаньян, я знаю вашу ужасную тайну. Сверкая глазами, миледи воскликнул. Так что же сказала миледи? Вала здесь быть не могло. Снова это слово. Дальше идти нельзя. Там смерть. Говори толком, кто ушел? Проводники ушли. Как все ушли? Взяли лошадей и ушли. Ушли. Они темные люди. Боятся идти наверх. Ступай в кишлак и набери новых проводников. Мы будем ждать здесь. Понял? Подъем откладывается. Рахим, проследи за ним, куда он пойдет. Почему вы послали Рахима следить за Саидом? Вы ему не доверяете? Да. Возможно, наши враги имеют здесь своего человека. Правильно. Но этот человек не Саид. Кто же? Попов. Вот кто. Пожалуйста. Да. Теперь вы говорите да. Сознайтесь лучше в своей близорукости. А я ее не скрываю. Иногда ношу очки. Да не до шуток сейчас, Фридрих Эдуардович. Я насквозь вижу Попова. Нетрудно понять, куда он нас заведет. Ломоносов старик, инженер и геолог, одевает парик, волос пудренный долог. Что мрачный такой? Случилось что-нибудь? Подъем откладывается. Сбежали проводники. Сбежали?
Ну ничего, я поведу вас. Навстречу господину Смису? Нелепое и злое предположение. Оно подсказано вот этим письмом. Какой вздор. Почему вы сами не показали мне это письмо? Я просто не придавал этому значения. Оно вас сильно компрометирует. И вы уже не верите мне. Не верите? Не пошел в кишлак, ушел в горы. Скажите Рахиму, чтобы он позвал Попова сюда. Зря мы обидели старика. Так и скажи им. Пошел один на гору. За Иринит. И я с тобой пойду. Вот она. Вот. 20 лет я ждал этой минуты. Вот она. Иринит. Иринит. Лунный камень. Они не верили мне. Слушай, Рахим, тебе надо торопиться с учением. Большие работы.
развернуться на этой горе. А ты помнишь, как ты жалел, когда я растолок твой камень? Ну, бери! На! На! Ваше благородие, собирайте свою армию. Надо заняться остальными. И чтоб никто не ушел из лагеря. Понятно? Будет выполнено, господин Смит. Готовить нападение. Необходимо предупредить.
Наверху белобандиты. Нас взяли в плен. Они идут сюда. Теперь они к нам не сунутся. Они разводят костер. Почему вы так нелюбезны, мой друг? Наша первая встреча была значительно приятней. Помните? Тогда с утра и до зари готов я пить крамбамбули, крамбамбим. О, мы можем пить и сейчас. За нашу вторую встречу. Ваше здоровье! Для того, чтобы увидеть вас, мне пришлось пересечь три моря, один океан и два континента, а вы даже не оборачиваетесь ко мне. Кстати, дело прошлое, старина. Скажите мне, что тогда произошло в Академии? Почему ваши камни стали вдруг бесполезны?
Ишь ты. Скоро я объясню эту загадку моим друзьям. Ах, ваши друзья, вы не увидите их больше. Это было остроумно, не правда ли? Воспользоваться местной легендой, напугать проводников и поставить ваших друзей лицом к лицу с моими людьми. 5 против 50. Вы понимаете, что произошло? Произошла ошибка. Какая? В подсчете моих друзей. Вот теперь я могу выпить за нашу вторую встречу. Ваше здоровье! Учить меня обещал. А сам? Я тебе еще единицу поставлю. Операция закончена. 2 бойцов легко ранены. Командир отряда Рахимов. Исполкому. Колхозники нашего кишлака совместно с бойцами Южного погранотряда разоружили белобандитов, перешедших границу. Геологи снова приступили к работе. Председатель колхоза Хаджиметов.
Значит, вся наша экспедиция зря. Простите. Присланный вами образец минерала был благодаря химическому исследованию. Полезные свойства веренитов, камни не обнаружено. Полезных свойств веренита камни не обнаружено. Вот! Вот звено, которого мне не хватало. Я исследовал в горах минерал. Он имел все свойства веренита. А в Ленинграде они исчезли. Так в чем же дело? Я не понимаю. Климат. Правильно, в климате, перенесенный из родной среды, он разложился. То есть как это? Да очень просто. Иренит принадлежит к числу перерождающихся минералов. И взятый из сухого климата Азии на влажный север, он потерял свои свойства. Вот так было и тогда, не моей молодости. Это замечательное открытие, Иван. А вы знаете, мне многое подсказала легенда Саида. Вы помните? Он угаснет, как солнце угаснет в ночи. Изменчивость лунного камня была известна еще в глубокой древности. Ее объясняли чудом, заклятием Бога. Вот так и сложилась легенда. А как же с обработкой камня? Ну, батенька, тут уж вам карты в руки. А по-моему, дело ясное. Промышленную обработку веренита надо налаживать на месте добычи. Ну что ж, с законами нашей пятилетки это вполне согласуемо. Район отстал. Должен стать передовым, горно-промышленным. Фабричку там поставить, обогатительную. И назовем ее вашим именем, Иван Петрович. Ишь ты. Ну, а Рахима туда пошлем инженером. Будем выдвигать национальные кадры. А? Дружба, а сильней становилась она.